Возможно, самый важный из всех. Это он обещал нам помощь в этой операции. Это он организовал отправку поезда. Его имя Антонио Эспиноза. Я не знаком с ним лично, как и не знаком с сенатором Салимбени. Однако знаю, что они как оттиск дьявольской монеты. На одной стороне змея, которую сразу и не различишь в траве. А на другой ястреб, которую видишь, но не достанешь. Больно высоко летает. Может кто-нибудь подтвердить ваши показания? Сантуццо Сальери. Он единственный верный мне человек. До смерти. Он упорно молчит. Приведите его сюда. Все кончено, Сантуццо. Теперь можно говорить.